Это команда из величайших охотников, собранных вместе. Нас наняли защищать самую ценную колонию во внешнем рукаве. И что делать надо? Что мне делать? Я что-то не понял, а куда идти-то? А что электричество отключили? Да в смысле? Да твою за ногу, а. Да ну в пень, вообще непонятно, что делать на этой карте. Чё вы ржёте, идиоты, скажите, что делать. Боже, какой кал, а. Всем привет, с вами Инг, и мы продолжаем играть в эту забытую богом игру под названием Evolve. В предыдущем видео я играл за монстров, поэтому теперь я буду на стороне охотников. И на этот раз давайте я вам сейчас максимально вкратце расскажу про основной сюжет и правила, чтобы вы хотя бы примерно понимали, что вообще будет происходить. В режиме эвакуация планета разгромлена. Все поселенцы покидают Шир. Транспортный корабль отправляется через 5 дней. Охотники должны спасти как можно больше жизней за 5 дней, устранив угрозу со стороны монстра. Монстр жаждет уничтожения. Каждый день игроки должны выбирать задание. Исход каждого задания влияет на следующее значительным и уникальным образом. Победитель задания награждается бонусными очками опыта, которые получит по прошествии 5 дней. Когда возможно как победа, так и поражение. Так, ну у нас 13 минут осталось, в принципе. Ой. Да, за 13 минут как раз быстренько омегу раскатаем, 3 по 5. Блин, я думал, я сейчас расслаблюсь вообще, тут какой-то напряг планируется. Для тебя. А можно вопрос? А чутье на какую кнопку? Ну зачем тебе? На нос. Да так просто. Итак, ну что, готовы отхватить? Ну понятно. Инг, слушай, ну что за телепорт, а? Давай взять. Специально выбрал Метеор Голиаф, чтобы было написано ОМГ. А я его вижу, проверяй. Как дела, Амик? Хорошо, хорошо. Про СВ. Не отвлекай меня. Не отвлекай его. Так, теперь вспомните кнопки. Привет. А чё электричество отключили? Это что, штука не автоматическая? Не знаю. Ружьё у страпера. А где челик-то? Ах ты, зараза. Телепорт не забывайте где, и ещё сразу туда прыгайте в него. Где он? Удался, да? О, как он в тему. Ой, Слэр, ты чё? Телепорт не забывай. Да прыгай, твою мать! Телепорт для тебя не работает, ты куда пошел? Боже, какой кал, а? Правильно, кал. Давайте вот это убьем. И что, потянуть игру немножко? Шанс? Нет, мы сейчас так убьем. Мама быстренько закончил, мы пойдем в папк. Вообще-то про 13 минут была шутка, а вы... А чё? В смысле убили? Подождите, я тебя выстрелил в жопу просто. А тебя случайно мобы эти электрические не били тебя? Меня какие-то птицы атаковали. Вот понятно. Ну и я ещё в жопу тебя стрелял. Понятно. Ну короче, пораньше спать лягу зато. Подожди, сейчас обучение... Не обидно никому. Выспишься. Обучение закончилось. Ой, тихо, соседи. Там. Сейчас за вас еще какое-то преимущество будет? Не, за тебя, за тебя. Омега за спасение, короче. Спасите Омегу. Спасите, помогите. Это, короче, либо бегемот, либо... А, понятно, Голиаф, короче. Я думал, метеора возьмешь. Блин, а я что-то баки-то думал возьмете. Да, в прошлый раз уже играл, и то же самое делал. Вон Омега, смотрите, вон он. Да подожди, сейчас это... Где, в этих коробках? Да, вот он едет, домой.
Уже кирпичами твоими. Кивы жесткие просто. Сейчас Омеги повылезает из этих. Поезд домой. Пошли дальше. Чмяк. Последнее яйцо осталось, если что. Да ё-моё, я не успел, что ли. Нормально, Чмяк. Я просто хочу купаться пораньше. Я получил третий уровень и не успел... Красава! Дойти. О, кирпич, смотрите, от Омеги. О, это Штурвальд. Это мой кирпич, подожди. Твой кирпич? Смотрите, смотрите. Ты же не метеор обыграл. Причем тут Торвальд вообще, если у нас Торвальда не было. Ух ты, уровень так дали. Круто. Теперь ты 29-й. Не, не этот уровень. Уровень огненного дыхания. Включил. Что это было вообще? Я не знаю. К чему? Ты это видел, да? Я что, спасся? Он просто сожрал Омегу и... Какой-то Супермен. Он просто сожрал Омегу и улетел. Я бы так же сделал. Я бы сказал, почему он так подлетел после того, как сожрал Омега, но это слишком сортирный юмор. Блин. Ну, Омега мужик взрослый. Максимально. Так, ну хоть здесь вы отхватите, а? О, моя Горгона. Ой, это Омега вызывает помощь. Омеге помощь нужна. Алло. Спасите Горгоны. Горгоны вдовы, паучихи. А на бараке все сюда, все пауки. Арахнофобия страдает Омега. Я что-то не понял, а куда идти-то? Иди ко мне. Так, сейчас знаем. Все, погнали сразу. Что-то далеко. Так, главное открыть карту и не заблудиться. Да, вроде туда. И, Слэйр, а ты что делаешь, Слэйр? А можно узнать, зачем? Идете? Я думал, я же его нашел, лол. А вы где? Ты забыл, что это за режим или что? 37 стриков у него. Я думал, что вы... Унижен. А что за режим? А, спасать надо, да, я охотник. По жизни. Нашел меня. Я его нашел, ребят. Давай. Причем быстро. А у нас обычная Дейзи или огненная? Обычная. Кек в натуре, тут уже надо челиков спасать. И что делать надо? Ждать, вот сейчас круг пройдет, и они могут телепортнуться. А пока нам нужно стоять всем здесь, чтобы к нам эти выжившие прибежали. Они с тобой бегали, кстати. Ну, они знают, за кем бегать. Не со Слэйром же бегать. Ребят, я вас прикрываю, ребят. Я тренер. Вон Слэйр летит сверху. Ловлю. Лови меня, не, да. Ты чё, первый полетел. Второй, давай, не стесняйся. Паши дальше. Типа, а чё у меня дома такой темы нет? Блин, а чё так далеко они появляются, алло? А, и сразу смотрим, где. Паши. Ой, это кто? Паучок. Хиль себя. Это огненная Даша. Сорян. Это щит прошел, Сэр, да? Ну, щит закончился уже. Время познать. Пару раз. Бля, паучок. Он у меня. Мне опять паучок взял, ребят. Спасибо. Какая долгая смена оружия. Лечи себя. Чё за собака? Откуда она взялась?
somebody. Help me! Thank you. Come on! Got a survivor here. Это была твоя ошибка. Какая? Сейчас узнаешь. Что случилось? Ё-моё. Все, что тебе нужно было сделать, это уйти, прийти и убить последнего. Да что за хрень? Я так и... Блин, я думал, у меня еще есть волна там одна. Я слышу, как он идет. Давай, 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 кто-нибудь один. Сюда. Мы летим. Давай, давай. Есть. Да в смысле? Да твою за ногу, а. Как это возможно вообще, Омега? Ну просто. Я вот что-то не понимаю. Мы вроде как выигрываем, но почему-то нам дают еще преимущество. Что за бред? Я вот тоже негодую. Это рандом. Понимаешь? Ну это рандом. Да ни хрена. Мы писали, что они... Да. Зафейлили баланс. Мне всегда казалось, что должно быть наоборот. Тот, кто проигрывает, тому надо помогать. Опять Омегу заперли где-то. Издевается. Опыта на ним стоит. Омега, маринуем. Опять на тобой издеваются? Маринуем. На зиму. Я тебе дам марину, слышишь? Я сейчас его Асю обожжу. Омега как-то вообще сломанная. Чуть-чуть. Больно. А что, не будешь ловить его? Вот, вокруг этого дерева давайте. Ай, дело плохи. Вокруг дерева. А, блин. Чё по минам, братан? Ой-ой-ой, паучок, паучок. Я подниму, подниму. Ты должен дамажить. Да потому что вы её не поднимаете, лол. А, некому. Вот именно. Кто, кто если не я? Ай, меня жрут, ребят. Нормально. Блин. Ты умрёшь? Нет? Ну, мало хп, лоу хп вообще у этого. Омеги. Да, я вижу. А, вол? Блин, если бы я знал, я бы остался. Где вы все, алло? Что-то вообще никого не вижу. Ну, же лоха, кто ушел? Я почему-то такое ощущение. Да. Сори, я думал, что не справимся. Что ты делаешь? Наркоман. Пошли, кори. Он что там, третье его лицо? Тара-ти-ти-та-та. Тара-ти-та-ти-та-та. Здорово. Ой, плохи дела. Но он тут будет медленно ходить. Да эти херни свои пораскидала. Что? А что, меня не хилили, что ли? Я щит забыл прожать. Пиздец.
Я его поймаю. Короче, тот момент, когда мы его не добили, был ключевым. Hell yeah. Ну хоть что-то получилось, а. Он скриншотит просто, типа, смотрите, я наконец-то Инка победил. Я буду в комментарии к каждому вот комментатору писать вот этот ролик, я Инка побил. Оборона. Так, помощники монстра неплохо. Нифига себе. Так, а чем вам огненная не нравится, я не понял. Огненная что? Ну, Глеб. Глобально потепление вызывает. Горение, да? Просто личная неприязнь. А, лично. Убиваемся, человек, сразу. Так. Все, идем в узкий проход туда. Какой узкий проход, Алла? Сейчас мы тебе покажем один узкий проход. Ты что, перепутал? Я туда не пойду. Сюда сразу замедлялки наперед. Ах ты ж хитрая жопа бронирующая. Даша. Все, отлично, здесь вокруг этой фигни бегаем, вообще идеально. Дебаф, дебаф. А чё я залип? Да подожди ты. Все мертвы? Вот эту штуку надо ломать, да? Нет, нет, нет. Вернись назад, начало карты. А чё, подожди, а чё случилось? Ты сейчас проиграешь. Кто-то живой, что ли? Я не понял. В чем прикол? Все, ты проиграл, Мик. Что мне делать? Бля, комуха. Источник энергии сломать. Алло. Я ни хера не понимаю. Все нормально. Что делать надо? Писец. Че вы ржете, идиоты? Скажите, что делать? Спасать заложников. Надо третий лэп. До четвертого нужно эволюция. Ты бомбу заплентил, Омег? Как? Бомбу надо заплентить. Бомб has been planted. Заплент. На Б надо было. А, один убежал, вот в чем дело, я понял. Надо присесть и заплентить бомбу. Да, надо было присесть. Ты присел, Омег? Я бил реле, но не уничтожал. Что за хрень какая-то? Еще миньоны, еще миньоны. Все, теперь вот этого главного убиваем. Все. Дебаф, добивайте его. Да ну в пень, вообще непонятно, что делать на этой карте. Правила не локализованы, охереть. Ты умрешь или нет сегодня, what the fuck? Ты меня исчез. Нужно было разрушить это последнее реле и все. Абсолютно. Заплентил, Омег. Я бил его, но оно не топом бил. Его бить не надо. А сейчас вот, когда я всех положил, почему игра не закончилась? Потому что ты реле не убил. Господи, я в первый раз в прямой играю, откуда я могу знать вообще? Вот мы и закончили эвакуацию поселенцев Шира. Если вы хотите больше видео, где мы тренируемся и играем в мертвую игру, то ставьте лайки, пишите комментарии. И если при вашей поддержке видео будет таким же популярным, как предыдущее, то следующее не заставит себя долго ждать. Кстати, вы спрашивали, как в нее поиграть, ссылку на инструкцию я оставлю в описании. Купить же саму игру в Steam уже, к сожалению, нельзя, но вы можете попробовать с друзьями найти и вместе купить ключи на каком-нибудь платье.ру. Я правда не знаю, зачем вам это надо, лично я бы просто не заморачивался, так как это игра не в том состоянии, чтобы ее рекомендовать. А на этом все. Всем еще раз спасибо, особенно тем, кто пришел на премьеру. Очень интересно смотреть вместе с вами видео и читать ваши комментарии в режиме реального времени. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и премьеры. С вами был Инк. Пока!